Всем доброго времени суток. Меня зовут Виктория. Я хочу поделиться с вами впечатлениями от прохождения тренинга Павла Колесова «Практика самогипноза 2. Управляемая интуиция либо знание из глубины». На мой взгляд, использование интуиции является основополагающим фактором успеха в жизни человека. Каждую минуту мы принимаем решение, каждый последующий шаг требует от нас принятия решения. Логические, рациональные решения не всегда являются верными и не всегда являются самым лучшим вариантом для нас на пути к нашему грандиозному успеху. Логика не в состоянии предугадать всех возможных событий, которые Вселенная может нам неожиданно подкинуть. Зато интуиция может это сделать, и основываясь на этом, интуиция подсказывает нам то действие, которое должно быть совершено в данный момент для наилучшего результата для нас в будущем. Тренинг Павла Колесова «Практика самогипноза 2. Управляемая интуиция» разбудит вашу интуицию. Вам станут доступны для считывания и понимания знаки от окружающего мира, подсказки от вашего подсознания и от сердца. Из техник, которые представлены в тренинге, мне больше всего пришлись по душе такие техники, как 7 карточек, внимание на 8 точек, поиск знака и техника «Поймай ответ перед вопросом». Последнюю технику «Поймай ответ перед вопросом» хочу отметить особенно, потому что она является отличным инструментом, отличной тренировкой для развития тех природных способностей, которые заложены внутри нас самим мирозданием. Она очень оперативна и точна. В целом, постоянно использую техники тренинга и иду к тому, чтобы быть с окружающим миром и со Вселенной в потоке на 100%. Спасибо за уделенное внимание. Я советую вам пройти те техники и тренировки, которые даны в практике самогипноза 2, управляемая интуиция либо знание из глубины. Это действительно сделает вашу жизнь намного осознанней, успешней и радостней. Всем пока!